Здравствуйте, друзья! С вами Иванова Галина. И сегодня я хочу поделиться с вами результатами интересного укоренения черенков петунии. Я укореняла черенки серии Тайдал. Что интересно, вот у меня два небольших таких уже растенница подросших. Укореняла я их буквально одним листом. То есть я брала промежуточный черенок, на котором был немножко стебля. Так, где-то он тут есть. Сейчас попытаюсь вам его показать. Я видела, он еще виден. Вот он такой пенечек. Вот такой совсем маленький. И был всего лишь вот этот листочек. Ну, мне было интересно посмотреть. Материала на черенкование было не очень много. Я решила использовать вместо того, чтобы выбросить вот этот вариант. В таком небольшом стаканчике укореняла. И здесь был точно такой же вариант. Вот этот листочек был, который я укореняла, тоже вместе с пенечком стебля. Вот если сейчас найду, тоже покажу вам. Вот там где-то глубоко. Ну, в общем, он маленький был. Вот, думаю, видно. Единственное, что этот у меня, эта растенница мне немножко захлорозила. Я думаю, что, возможно, уже маловато питания. Прошел ровно месяц, сегодня 24 апреля, а я ставила 24 марта на укоренение. Вот поэтому их уже надо срочно, я думаю, пересаживать. Скорее всего, что не хватает питания. Вот этот еще такой небольшой, но его я тоже пересажу. А вот смотрите, специально взяла, это тоже тайдал, вот примерно вот таким способом я укореняла. Может, листочки были немножко поменьше, то есть видите, небольшой пенечек, и вот эта боковая почка проснулась, она дает уже новые листочки. Так что, если мало посадочного материала, то такой вариант тоже можно взять себе на заметку. Выбросить всегда можно, а можно получить вот такие довольно хорошие растения. Вот, друзья, поэтому такой у меня интересный опыт получился. Я буду его использовать. Не знаю, как часто, но буду. Попробую еще сортами других петуний. Есть у меня Shockway, Easyway. Наверное, попробую, поэкспериментирую еще с ними. Ну, интересно. На сегодня, друзья, все. Если у вас были тоже такие интересные результаты укоренения ваших петуний, черенков, пишите, с удовольствием почитаю. До новых встреч. Пока. Это привет от нашего пса.